Здравствуйте, дамы и господа, уважаемые любители, профессионалы боевых искусств. С вами Роман Карасев. Вы смотрите YouTube-канал «Планета Дзюдо», рубрика «Библиотека боевых искусств». И сегодня я хочу познакомить вас с одной интересной книгой. Это учебное пособие, которое имеется в моей библиотеке. И эту книгу можно приобрести сегодня в магазинах книжных. Эта книга «Философия, педагогика и психологика единоборств». Книга написана доктором педагогических наук, кандидатом философских наук, заведующим кафедрой философии и социологии Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Алексеем Анатольевичем Передельским. Книга эта издана издательством «Физическая культура» в 2008 году и является учебным пособием, рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию в области физической культуры и спорта в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений. И хочу здесь всегда в начале книги прочитать вам краткую аннотацию, чтобы вам было более понятно, о чем идет речь в этой книге. В настоящее время при обилии интересных и полезных разработок по технологии учебно-тренировочной и соревновательной деятельности в сфере единоборств и боевых искусств недостаточно изучен вопрос методологии мировоззренческого обеспечения указанной технологии. Данное учебное пособие посвящено проблемам истории, философии, психологии единоборств, а главная задача, которую ставит перед собой автор, это комплексное научное обоснование сферы единоборств в динамике ее становления и развития, как социально-педагогической системы. Пособие рассчитано на студентов, физкультурных вузов, магистрантов, аспирантов, слушателей, спортсменов единоборств, а также тренеров по различным видам спортивных единоборств. То есть это книга для широкого круга читателей, кто увлекается боевыми искусствами разных стилей и направлений. Книга достаточно объемистая, почти 250 страниц, очень много информации, связанной с философией, педагогикой. Мы можем здесь, она так сделана, что, видите, как в виде лекций, то есть лекция номер один, лекция номер два, лекция номер три и так далее. То есть она практически как читая эту книгу, вы как будто бы находитесь непосредственно на лекциях Алексея Передельского. Вот, допустим, лекция номер восемь. Тема «Чань Дзен, буддизм как одна из основ культуры единоборств». Вот. Здесь, кстати, в конце каждой лекции для себя вы можете также делать некий контрольный анализ, контрольные вопросы. Вот, видите, здесь есть. Поэтому эта книга тоже, на мой взгляд, должна занимать место в библиотеке каждого мастера боевых искусств. Еще раз скажу об авторе. Это доктор педагогических наук, кандидат философских наук, заведующий кафедрой философии и социологии Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Алексей Передельский и книга «Философия, педагогика и психологика единоборств». Учебное пособие. Рекомендую.